к концу дня становится ниже. Мы вернемся к этому мифу позже. Кстати, это вроде правда. Типа, утром ты всегда чуть-чуть выше, чем вечером. Майни, с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на видео с канала, называется Immortalius. Я разрушил 50 мифов за 24 часа. Безумие. Давайте же посмотрим, будет очень интересно. Погнали. В детстве я обожал смотреть этих ребят. Ой, количество, да, это круто. Абсурднейших и эффектных мифов, которые они разрушили, впечатляющее. Но время не щадит никого, и программа с этим кастом перестала существовать еще в 2016 году. Поэтому сегодня, уже выросший на этом, я разрушу 50 мифов за следующие 24 часа. И первый миф гласит, что невозможно сделать трюк под водой на скейте. Проблема этого заключается в совершенно другой физике движений. Пацаны, это не просто. Это логично. Несмотря на все, я сделал бесчисленное количество попыток, и все, что мне удалось, это прокатиться на нем. Подставило еще сильнее то, что бассейн был с ужаснейшим количеством хлорки, что отталкивало меня вверх. Миф подтвержден. Так, пацаны, секунду. Следующий миф. При падении со второго этажа можно выжить. Миф разрушен. Если смешать кетчуп и соду... Можно вообще-то. Я голодный просто. Люди 12 этажа падают, выживают. Брать захотелось. Пацан, сейчас взорвется. Ну не направляй! Это на меня не направляет, дура! Но это не взрыв. Стой. И что, это можно считать вообще за... Ну, взрывом, не думаю. Миф разрушен. Невозможно выдернуть скатерть, не разбив посуду. А по технике это звучит так, что мне нужно сразу резко выдернуть вниз. Подтвержден. Луч лазерной указки пробьет воздушные шары. Для этого у меня есть специальные очки. Ух ты, бля! Страшно. Просто решил побаловаться в своем особняке. Рабочий! Бля, Никита, руки... Нормальный особняк. В точку Жогова. Смотри, я оставляю след. Я не наберу 3 миллиона подписчиков до конца 24 года. Это проверишь уже ты? Пожалуйста, нажми на кнопку подписаться. Кактус содержит воду. Я оделся в двое перчаток. Сачку есть. Подсними. The juice. Чуть-чуть бывает не спасает. Все, пошла разделка, мужики. Ну где сок-то, я не понял. Так, есть специальные кактусы, у которых есть внутри типа влага. Просто как катаны, блядь. Досочка влажная, но этим точно не напиться. Миф разрушен. Рост к концу дня становится ниже. Мы вернемся к этому мифу позже. Кстати, это вроде правда. Типа, утром ты всегда чуть-чуть выше, чем вечером. Это вроде и правда. И сразу следом кактус можно съесть. Вкусную лакомку с опунцией берем. Как алоэ вера. Вот он, кусочек маленький, который мне с трудом удалось вырезать. Кактус вкусный. Да, миф подтвержден. Зонт снижает скорость падения. Когда мне это? Ну попробуем пролететь. Ну что, готовы? Да. Что, еще разок? Я не ощутил смягчения. Сопоставляем два прыжка и становится ясно, что разницы нет. Если положить яйцо в микроволновку, оно разлетится. Все, пошла. Ну да. Прекрасно себя чувствует. Сколько уже прошло? Ну минутка есть. Что такое лицо? Бам! Ну да, потому что давление поднимается внутри. А мне там пахнет, сука. Мак завтраком. Подтвержден. Яйцо! Сейчас, погоди. Да что ты сделаешь? Расстреливай яйцо. Крок. Крок. Невозможно съесть ложку корицы, не запив это водой. Да нормально, делай. Делай именно у ваш. Ам-ням. Ну, она очень сухая. Миф разрушен, блядь. То же самое, но с пачкой чипсов. Она должна кратно уменьшиться. Пошла работа? Ну да. Все, сжалось. Нормально. Приготовили Дорито. О, это пачка чипсов. Блин, то, что от нее осталось. Миф подтвержден. Сахарная вата растворяется в воде. Все, пацаны. Ну это просто логично ж. Сахар. Давайте я еще буду это хлебать. Мы засовываем iPhone 8+, абсолютно рабочий, микроволновку. Вы ни в коем случае не повторяете. У меня есть, если что, и водный пистолет, и огнетушитель. Он реально, он горит. Короче, я считаю, что мы не дожали. Дожарим наш айфончик. Я с контейнерчиком. Никита, офи, 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 на! Все, именно тяжеляк, на! Я доволен. Он работает! Он кому-то пишет. Как это возможно? Я просто не понимаю. Я сюда дольше. Не могу это... Все, я ничего не вижу, если что. Завязанными глазами невозможно. Прямо с завязанными глазами. Прямо с завязанными глазами. Прямо. Что не идет? Есть? Миф разрушен. Из песка можно сделать стекло, если нагреть горелкой и залить водой. И пока мы его греем, бонусный миф. Из сталкера, где нужно было кинуть два болта, чтобы разбить стеклянную банку. Наша баночка. Теперь самое главное — меткость. Хреново из меня сталкер.
держали ту банку. Ведь она совсем чуть-чуть не дожила до интеграции StarCraft X. Ой, это автор покушенный. Это одобряем, одобряем. Вот этот автор тоже покушает, и вы просто перейдете там игру, поиграть в мою демочку. Мне было бы очень приятно. Привет, как вы знаете или не знаете, у меня выходит моя игра. Есть на нее уже ссылочка в описании, на ее страничку в Steam. Я был бы очень благодарен, прям невероятно благодарен, если вы просто добавили бы игру в список желаемого. Сейчас мне очень важно, это невероятно важно, что вы просто перешли на страницу в описании, добавили ее в желаемое. Даже если у вас нету аккаунта в Steam, пожалуйста, создайте его, это полностью бесплатно, очень быстро делается, и добавьте игру в список желаемого. Это очень поможет, и даже Антимайни одобряет ваше решение. И Антимайни, и я одобряю ваше решение. О каком решении мы говорим? По-моему, ничего не произошло. Че, будем откапывать? Надо что-то искать. Да, бриллиант сейчас. Ну я че, виноват, блядь, что такой миф существует? Но здесь нет ничего. Какая-то детская неожиданная земля. Это понятно. А про миф? Получается, миф разрушен? Если вас похитили и замотали армированным скотчем, вы не сможете выбраться. Сука, волосы, падла. Много долбоебов! Че, нормально ты меня? Я сниму, как эти руки. Да мне похуй стало. Не, ну давай представим, что это просто подвальное помещение, в которое меня поместили. Что-то есть какой-то контакт. Все, мужички, миф разрушен. У нас есть три продукта, Вечайся. Которые тушат остроту. Мы взяли рамен экстри спайси остротой 13 тысяч сковелей, чтобы понять, что его потушит. Клубничка, йогурт, сейчас будет пицца. Я очень хочу есть. Ну, перехочешь. Не, все, ебет. Что-то не сильно помогло. Клубничка, йогурт. Если что, плачешь, ну что с лицом? Не, это очень плохо, пацаны. Йогурт не справился. Давай, сейчас на тебя посмотрю. У меня даже еще одну вилочку. Да не знаю, но нормально. Ну вообще есть, типа, острота базару мало? Не, ну она типа нет. Все, актер сдался. Ну в моменте хорошо тушит. Бля, не. Это самый панк. Это гранатовый сок? Пошло, родимое. Или томатный? А молочка такой? С томатным соком, чё? Только хуже стало. Раскалённый... А чё, чем бы томатный сок тушил бы? Нож сделали из одного теплока 2. Сейчас хорошего будет. Не, ну молоко уменьшает чуть-чуть, но это же не настолько сильно. Там типа жиры, в общем, уменьшают. Главное жирное молоко брать. Пошло. Всё, по-моему, уже готово. Попытка номер 2. Не работает. Бред, миф разрушен. А что там за миф был? Где 2 зиблока. Так надо и на весу это делать, блин, гений. Надо это делать же, блин, на столе каком-то или на досточке. Ну, на весу, конечно, он не будет. Он же уже разделен. А так ты проводишь, он спаивает пакет. Это работает просто. Кто так проверяет мифы, а? И мамаю, блин. Не работает. Бред. Работает. Работает все. Бей сейчас назойливого ютубера. Я стираюсь очень сильно. Бас! Невозможно сжать яйцо ладонью. Давай, сейчас со всей дури. Можно. Что, реально? Вообще никак что-то. Блядь, реально. Не, можно. Можно. Я проверял, кстати. Подтвержден. Поехали. Бицушечка пошла. Этим тоже проверял. У нас, помню, было что-то... Ну, это было, что мне лет в 20-21, что там, то ли по 30 было, что-то такое, типа. Дали задание, развитие с рукой. Так и так. У меня так получилось. О, разрушен. Изи, вообще изи. На стаке спичек можно пожарить яичко. У нас есть коробок. Горелочку вот так заводим, блядь. Просто всю последовательность проебал. Нарандомил. Можно разбить кирпич одним ударом руки. Уже горячевато, сука. Слышишь, вообще классно. Полнолуние, брат. Офтопчик небольшой. Давай, превратись в волка. Ты чё, мудак? Это слышно, интересно было на камере? Это стопудово слышно. Ведро воды доджит дэмэдж. Не доджит, блядь. Миф разрушен. На простынях можно залезть на второй этаж. Небольшая страховочка. Перчатки чуть более цепкости дали. Блять, рвется. Нет, пацаны, ну то, что я вижу сейчас вот здесь какой узел, это как будто 100% сейчас... Через пиксель уже развалится. Все. Все хорошо. Ну можно. Миф подтвержден. ММС не умеет играть в теннис.
Шпинат прибавляет сил. Его жрал всем известный моряк Папай. О, моряк Папай. Мне кажется, тебе невкусно сейчас будет. Тебе не кажется. Только ради сил его сейчас ем. И теперь... Подтягивание, походу, молча, блин. Ну все, шпинатик разжевывается. И пошел базарчик. Все, плохо стало. Пошли брусья. 98. Ага. 99. Короче, не прибавляет. Почему даже 5-то не сделал? Почему 5? 99. Короче, 99, конечно. Невозможно лазать по стенам на вантузах. Мужики! Не подтвержден. Невозможно лезть по стене, как Человек-паук. А Человек-тапок. Смотри, видишь сосучая? Я отпускаю ее. Все, она присосалась. Твою-то мать. Пацаны. Пошла! Пошла! Да ну... Держит, прикинь. Только я на одной точно не удивлюсь. Если я сейчас выключу одну, все пиздец. Слушай, не, реально держит. Не подтвержден. Карта удержит воду внутри стакана. Микрозазорский. Фу, стакан воды. Ну, сейчас либо обольемся, либо нормально будет. Ты подсними вот так прям. Физика, прям вот физика. Так под... Сайнс. Подтвержден миф. Было. С помощью кредитной карты можно открыть любую дверь. У нас здесь нет замка. Давайте представим такую ситуацию. Я вор туалетов. Шкибели туалет. Давай, засуну так карточку. Бля, сучка. Держите его, он вор. Какой же дерьмомиф. Все. Получилось? Я забираю свое. Миф рабочий. Под карточку можно зарядить телефон. Короче, сейчас воткнем сначала с вилкой, потом вот так попробуем. Рано. Ничего не произошло. Теперь арбуз. Да ну, смотрите. Если скрепить два стаканчика ниткой, то они будут работать как телефон. Встаем на максимально далекое друг от друга расстояние. Алло, это Гадкий Ченел. Да, ну на самом деле передает. Да, ну вообще отлично слышно, будто я созвонился с тобой, блядь, по фейстайму. Миф подтвержден. Фристайла. Ну да, вот я сначала думал, что бред, а там же все равно вибрации проходят. У какого не существует в реальной жизни? Сосайте лалки, миф разрушен. Невозможно закатить все шары в бильярде одним ударом. Хорошего сейчас делаю. Вау, легчайше. Пфф, невозможно вытянуть игрушку в автомате с первого раза. Игрушки так себе, честно скажем. Все, у меня две попытки, давай. Нам нужно с первого вытянуть. Там есть цифровой тир. Это вообще возможно? Крипера, все. Давай вторую, слышь, по приколу сделаем. Мистер Криптор. Крипто-про, блядь. Пошла лудочка. Слышь, какая просто, блядь. Хороший. Обычная игрушка лучше, чем баксик. Миф разрушен. Быть не может. Мы готовим абсолютно новый дроп. Стало куда еще пацаки. Брендированная упаковочка. Упаковочка, это прикольно будет. Вот такой вот дебилиус. Вырезаемус. Пупырчатая пленка защищает от любого урона. Вообще было не больно. А попробуй меня покатать. Парень, мне надо встать теперь. Сейчас. Червячок теперь. Имморталис червячок. Миф подтвержден. Если сунуть палец в вентилятор, то его разрежет. Мы будем проверять это на морковке. Я ставлю макс скорость. Рикошет. Давай ты попрыгунчик. Я не понял, давай вторую. Вообще конкретно! У тебя в волосах морковку. И просто на ножку его. Миф подтвержден. Две пачки яиц способны выдержать вес человека. Ай, хрустит. Мне что надо завернуть? Все, поехал. Парни, я встал. Ну ты можешь на них посладить. Все. Ух ты. Это не из пачки звуку. Мужики, я хожу. Миф разрушен. Дышать под водой возможно, погрузившись в контейнер, потому что он наполнится водой не полностью. Что у меня сделать не получилось, ведь он просто не топился. Миф разрушен. Вегетарианский бургер будет по вкусу такой же, как и обычный. Соевых продуктов не особо любитель. Обычный бургер. Очень недурненько. Запомнили вкус? И следом вегетарианский бургер с растительной котлетой соевого происхождения. Ну это аппетитно. Очень плохо, если честно. Реально все нажру. Хотя выйдет плохо, выйдет неплохо. Миф разрушен. Есть? Надо попробовать все-таки понять, что такое вегетарианский бургер это с этим мясом. Интересно. Сантиметр ниже практически. Миф рабочий. Бутылку протухшего виноградного джуса можно открыть с помощью сандаля. Пацаны, сейчас хуйня будет. Мы поменяли, короче, на тапочек. Если закинуть лимон в микроволновку, из него выделится больше сока. О, пошла смокта! Бро, очень хорошо делаем. У нас получилось почти в два раза больше сока. Миф подтвержден.
Вкусняшка. Просто пацаны развлекаются. Нормально. Можно порезать, кинув в него игральную карту. Можно сейчас, кстати. Минутка пампа. Стол нищий магнитный. Стол богатый деревянный. Это были 50 мифов. Подписывайся на канал. Обязательно на мой телеграм, пока не заблокируй. Ну хата, конечно, хорошая. Хата, конечно, да. Это, конечно, кайф. Это, конечно, кайф. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на Мерталиса. Подписывайтесь на мой канал. Мне было очень приятно. Всем счастья, здоровья. Дальше в придачу. Всем пока.